Всем большой-большой привет! Сегодня в этом видео я с вами поделюсь рецептом одного замечательного и простого супчика. Суп называется куриный с манными клёцками. Для его приготовления нам понадобится одна небольшая куриная кость, примерно 10 средних картофелин, и для поджарки нам понадобится морковь и лук. Для клёцок нам понадобится мука, соль, манка, одно куриное яйцо и сливочное масло. В кастрюлю в объемом 2,5 литра наливаем воду и запускаем туда нашу куриную кость. И это все варим. Далее нам нужно накрошить картофель. Его нужно крошить соломкой или как придется. Я здесь накрошила по-разному, но даю вам совет, что лучше всего в такой супик накрошить соломкой. И как только закипел бульон, опускаем туда картофель. После того, как картофель опустили в суп, его нужно немного посолить. И теперь варим до полуготовности картофеля. Далее мы подготавливаем поджарку. Для этого нужно подготовить морковь и мелко-мелко нарезать лук. И все это ставим на медленный огонь и доводим до готовности. Далее мы начинаем готовить клёцки. Для их приготовления нам понадобится сливочное масло размером с грецкий орех, растереть щепоткой соли. Далее нужно добавить одно яйцо и все перемешать. Получилась такая вот жиденькая смесь. И теперь нужно добавить 2 столовые ложки манки. И также все перемешать. Вот такое вот тесто для клёцок у нас получилось. Здесь у меня не 2 столовые ложки манки, а пришлось использовать где-то 5 или 6 столовых ложек манки, чтобы именно оно загустело. Потому что я попробовала опустить, и оно у меня вообще растворилось, а манка. Так что делайте больше столовых ложек. Сейчас я их опущу, и опускать их нужно на кончики чайной ложки, потому что при варке они очень сильно разбухают. Сейчас я их опущу и вам покажу. Теперь нам нужно положить суп под жарку и потом его выключить. Ну вот и все, наш суп готов. Всем спасибо большое за просмотр, всем приятного аппетита и всем пока-пока!